Установлены границы прилегающих территорий, социальных объектов и мест нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Мэрия Кызыла информирует, что организация розничной продажи алкогольной продукции запрещается на расстоянии ближе чем 100 метров от образовательных и медицинских учреждений, спортивных сооружений, от вокзалов и аэропортов, мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти. 100 метров измеряются по кратчайшему расстоянию от входа в помещение. Данные расстояния установлены постановлением мэрии от 1 февраля текущего года. В соответствии с постановлением, если у вышеуказанных организаций имеется обособленная территория, допустимое расстояние сокращается до 50 метров. В Кызыле к вышеуказанным зданиям и помещениям относятся все медицинские учреждения, в том числе частные школы, детские сады, высшие и средние учебные заведения, стадионы, спортивные школы.